Ну вот наш неубиваемый МТЗ. Вот поставили кабину польскую полную. Ставим сиденье белорусское. Вот крылья поставили. Поставили на двух подушках высоту. Вот на две подушки поставили. И вот. И руль прикрутили. Панель пока еще нету панели. Но понемногу уже думаем заводиться. Так. МТЗ-82 с переделкой. Так, ну будем смотреть, сколько он едет. Так, стандартные колеса, никакие большие, никакие маленькие. Но сколько у нас? 45. Еще газоид. 50. Плюс-минус 50 километров в час. Вот едем. Стандартная коробка. Все стандартно у белоруса. Насос стандартный, мотор стандартный. Ну вот так. Будем обгонять всех остальных по дороге. Еще немного шевеляет. Переделаем гидравлические передние колеса, руль, и тогда будет заебись. Бегун едет 50, даже 50 километров в час где-то так и едет. Пока на тестовом режиме, но стрелка видна 50 километров в час. Это уже нормально. Ну я тут никогда так быстро не ездил. Гонит по ямам. Гонит по ямам. Ой, ямы. Понёшься. У меня же не джип. Ну куда он вот понёшься? Вот 45 километров в час называется. Вот он уехал. Без разницы, да? Разворачивается.